21-летний Арсений Шульгин рано утром попал в аварию по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Сын 51-летней певицы Валерии направлялся в северную столицу в компании друзей и своей девушки. Молодой человек насыщенно провел субботу. Вместе с друзьями он покатался на коньках в парке Горького. А в 2 часа ночи все решили поехать в другой город по новой платной трассе. За рулем автомобиля находилась новая возлюбленная Арсения, Лиана. Уже рядом с Санкт-Петербургом машину занесло. Она врезалась в забор. Сыну Валерии пришлось зашивать губу. Он показал видео из больничной палаты в Instagram Stories. Наследник звезды признался, что в момент аварии спал на заднем сидении. Он показал и видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль серьезно пострадал. Вылетели подушки безопасности, и произошло серьезное повреждение капота. Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой. У нее открытый перелом, цитирует StarHit слова источника из окружения Шульгина. Как стало известно, Лиана сломала руку. Муж Валерии эмоционально рассказал о происшествии. Кроме злости ничего нет. Просто возмущен, что он отправился на машине ночью зимой. Днем бы поехал, если бы мозги были на месте. Что поделать, дети-балбесы. Узнал обо всем из его Instagram. Какое-то безумие. Собрался сюрприз Валерии сделать? Поехал вместе с новой девчонкой. Мы ж даже не знакомы с ней. Хотел нас в Петербурге встретить, пояснил Иосиф Пригожин сайту 78.ru. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится концерт звезды дорожного радио. В афише значится и Валерия. Супруг певицы заверил, что она не будет отменять выступление. Недавно Валерия объяснила отсутствие детей от Иосифа Пригожина. Продюсер рассказал о мучениях жены в браке с Шульгиным. Ранее он высказался о личной драме после потери ребенка.